У нас сегодня с Ниной прямо творческий день. Мама купила масляные краски. Нина будет рисовать с одной стороны, я буду рисовать с другой стороны, вот тут сидеть. Мам, не забудь, что ты будешь записывать свое, а не мое, как я рисую. А мы потом конечный результат снимем. И вот мы будем сидеть на солнышке и рисовать картины с Ниной. Хотя мы с ней обе не художницы, конечно же. Но я думаю, любое творчество прекрасно. И важнее не результат, а процесс. Тем более сейчас режим самоизоляции. Все думают, как бы себе чем занять. Поэтому мы придумали такое занятие. Да, Нина? Угу. Ну все, я вот тут сяду, а ты там. Давай. Не записывать постоянно. А мы не будем подсматривать друг за дружкой, да? Я тут буду рисовать, ты там. Я не буду за тобой подглядывать, а ты не будешь. О, какие краски у нас. За мной подглядывать, хорошо? Да, как у настоящих художников. Да. Ну все, здесь будет первый мазок. Я еще не знаю, что я нарисую. Сейчас я подумаю. Я не умею рисовать, рисую, как фантазия подсказывает. Опа. Ну вообще у меня такая идея, что любовь их сжирает и пожирает и сжигает. Так что если лицо будет такое, как бы, грязное, то для моей идеи как раз самое то, что какая-то шея желтая. Сейчас будем за него браться. Так. Вот я сейчас еще его закрашу. Первая моя картина в жизни. Так что не судите строго. Я это делаю чисто для себя. Чтобы не сидеть без дела. Так вот. Вот такие у меня тут получились люди. Любовь, страсть, сжирающая душу. Сейчас я все еще нарисую в огне. Я почти уже все закончила. Я решила добавить тут пламени. Слушайте, а что если сердце ей нарисовать? Ой, не знаю. Надо, не надо. В общем, вот такая у меня первая картина в жизни получилась. Не знаю, понравится вам или нет, но я довольна. Для первого раза совсем даже неплохо. Так что развлекайтесь как можете в режиме самоизоляции. Оказывается, рисовать картину — это вообще бесконечный процесс, потому что мне потом захотелось заполнить пустоту. Сейчас я на нее смотрю и думаю, еще тут нужно заполнить. Короче, мне кажется, я ее еще долго буду рисовать.
Ну вот на данный момент она такая стала. Вот все-таки нет предела совершенству. Я продолжила работу над картиной. И вот что получилось. Ставьте лайк, если вам понравилась моя работа.